Йоу, салют всем, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Наконец-то долгожданный альбом от Фараона, который получил название «Правила», пока не знаю, что здесь. И хотел бы сказать вначале то, что у вас может быть свое мнение, у меня свое, это типа нормально. Каждый к Фараону и к тому, то, что он делает, относится по-своему. Я думаю, все это всем понятно. Давайте приступим к прослушке. Я уже видел пару комментариев недовольных. И, ну, мне, в принципе, немного понятно, что здесь будет. Но, возможно, я ошибаюсь. Короче, не будем тянуть, поехали. Ночь пятницы. Мне кажется, вот весь альбом будет такой. Он будет петь. Такой, ну, типа, лиричный, лайтовый. Ночью вопросы восстают из мертвых. Сотни моих провалов выдают аккорды. Что бы со мной было, если б я пошел за спортом? Мальчик со шрамом своей силы, хуй в Гарри Поттер. Я думал, есть ли у меня песни те, что без времени. Про сердца людей и их моим словам припева. Я думал о том, какую силу взвалил тяжким бременем. Просто мысли Глеба. Мозга над материей. Я так давно не выдыхался и грудью. Что будет, когда я уйду? Останусь ли я жить внутри тебя? Неплохой приемчик. Само строение песни неплохое. Тупо напролом, без припевов. В конце добавить такой напевчик и ебнуть музыку. Я еще вначале хотел сказать то, что мне нравится этот приглушенный бит. Где-то там на заднем фоне, на заднем плане. Поверх слов Глеба. Ну, лайтовое начало. Идем дальше, без ключа. Что-то напоминает сэмпл. Но бит неплох. Ну, как-то простенько кажется. Все-таки я больше любитель другого Глеба, ну, Фараона. Типа Смарта и так далее, в общем. Не хватает вот такого. Какой-то агрессии не хватает. А такие никогда особо не нравились. Так, не хочу. Совместка с Мишал и Дим Роукс. Тут странные люди, но совместных вообще неизвестны мне, кроме много знал. Остальных вообще не знаю. Почему ты думаешь, их надо спасать? Они лучше тебя знают, что им надо взять. Они лучше тебя знают, как их надо снять. Хочу их обвинять, но не могу их оправдать. Ну как-то скучненько все. Тут бы еще на альбомчик совместку с Егором Кридом. Ну такое попсовое звучание, в общем. Ну блин, весь альбом я не вытяну. Читаю комменты. Я говорю, сука, что мне надо сделать себе бит. Это моя малышка, будто бы я педофил. Только позы выстрелиться, когда мало половины. Дыры, чем это пугать, будто бы я лайки. У меня есть шлюхи с деньгами. Но всегда лучше шлюхи с мозгами. Я не имею дел с ментами. Честно говоря. Походу мне придется, ну, сука, слушать себя лист. Флоу неплохой, в принципе. Короче, в основном людям тоже не нравится. Не знаю, по мне так какой-то бредовый трек.
есть у него неплохие мысли какие-то, слова. Ну, что-то... Не принимаю. АМГ. Это что за гитарка такая? АМГ must dance, dance, yeah. Она смакует мой член, yeah. Это подруга мой член, yeah. Она не понимает мой сленг. Еще по неделе еду в тур. Головы магазином полон боль. Мы с пацанами убьем каждый шоу. Столько миллионов, все похоже на сюр. Это какой-то маленький, ну, то есть не маленький, ладно, молодой, богатенький мальчик решил записать рэп-альбом или что это вообще? Типа, о, давай вот здесь вот эффектик добавим. Я, конечно, люблю такое, но что-то тут херня какая-то. То, чего нет. В любом случае, какие-то треки все равно зайдут людям. И клип, наверное, будет. Вспомнить предыдущий альбом, там тоже были, ну, такие песни. Тут больше вокала у Глеба. Ну, то он такой вот лиричный и какой-то такой меланхоличный, печальный альбом. В основном личный, конечно. Но так бредово все звучит. Куда делся тот фараон, да? Верните, пожалуйста, его. Баллада. Короче, альбом на любителя. Вот прям конкретно. Вот кто любит такое музло, им прям, я думаю, вообще вкатило. И они слушают, балдеют эту пластинку. Но пластинка точно не для всех. Я не хочу basic, сука, мне нужна будь. Эти полупокеры все знают, я лучше. Я только что достал тяжелин с коробки. 40 миллиметров. Все вы лучшие. Всем вы что-то доказываете. В интернете же ты гангстер, но ты сыр за безопасность. Да, в твоем городе, значит, фибой. Детка, не влюбляйся в меня, ведь я умрю. Кроме шуток, мы живем каждый день, как пассы. Я не говорю о том, чего не знаю. Это надо заслужить, чтоб я сказал, уважаю. Неплохое битло. Ну, я это выделю. И какие-то там конкретно строчки пока не засели в голове, конечно. Но мысли иногда пролетают какие-то. Фу, за решеткой. Давай еще немножко, Альберт, потерпеть. Нет, братьев за решеткой. 500 каблук за решеткой. Моя дружба не за водкой. Моя дружба не за водкой. Делать песню — это мое веселье. Делать деньги — это благо. Вообще весело как. Что это? Low life. Шори, скажи мне, если я слишком много делаю для того, чтобы ты была моей, я увлечен. Но я low life по жизни. Я беру больше, чем они все. Я low life по жизни. И не факт то, что это у нас на всю жизнь. И этим тёлкам нужно мало, это тупо. Алло, здравствуйте, а можно какой-нибудь шикарнейший бенгер? Не туда попал? Призрак. Да, это жестко. Вообще жестко. По сути, альбом вообще не вызывает каких-либо там бурных эмоций. Все очень скучно звучит. Так, чувствую. Feed Dim Ropes. Давай еще скажу, что это танцевальный отчет. Я чувствую, чувствую, чувствую тебя.
Что произошло с Глебом? What the fuck? Я чувствую, что это пиздец. Ну, я надеюсь, здесь хотя бы меня не огорчит трек. Семейные узы совместно с много знал. Сколько прошло, где-то лет пять. Я хочу сказать спасибо, моя спина запомнила ваш выбор. Чисто напуган, то готов поискать, не намерен добегать. Не хотел бы назад, приминаем, понимая, не поделаю пиджак, но как будто мне потерял. Это, наверное, больше всего понравишься трек. Даже говорить о круз, знаешь, что ты, где могу, тварь. Мы никогда тварь. Не останемся одни. По мне так вот, более-менее трек. Даже не более-менее, ну, на фоне остальных как-то, мне кажется, он прям вот норм. Остальные что-то как-то... Я даже не знаю, что выделить вообще. Ночь пятницы, может? Не знаю, и последний трек, наконец-то, из-за тебя. Короче, весь альбом — это минорная тема. Грустный, печальный Глеб решил погрустить, выпустить такой альбом. Не знаю, но мне не зашло. Все, пожалуй, хватит. Я дальше даже слушать не хочу. Так. Ну, по сути, я уже все сказал. Это... Минорная тема, грустный, печальный Глеб решил выговориться, обсудить какие-то проблемы, какие, может, то, что его беспокоило, он решил отпустить, вот и записал такой альбом. Но по мне, так это вообще что-то не то. Не знаю, сколько его, 2 года, по-моему, не было, да? Вот предыдущий альбом, он, конечно, был... И поинтересней. Вот. Но тут что-то... Я даже не знаю, что выделить. Только вот семейные узы, наверное. Но пластинка такая очень искренняя. Вот есть личность. И ее можно разобрать, послушав этот альбом, поняв, что с ним происходило или происходит и так далее. Но, короче говоря, мне не вкатило. Все, на этом, на вкус и цвет, кому-то может понравилось, кто-то вообще кайфует с этой пластинки, и это нормально. Лично мне не понравилось. Пишите вы в комментариях ваши впечатления от этого альбома, что думаете по поводу такого изменения стиля музыки у Глеба, у Фараона. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Check it out!